Мы с вами находимся в районе Нью-Йорка, который называется Квинс. Дорога называется Белл Парквей. И мы видим с вами очередной замес на дороге. Как та машина повернулась вообще чуть ли не другой стороной, это, наверное, видели только свидетели. Ауди. Ну, стоят, что-то разбираются. Вот из-за чего я здесь стоял. А теперь с другой стороны стоят. Причем другая сторона, там все нормально. Но это нормальное явление, как всегда. Потому что люди притормаживают посмотреть из любопытства. Кстати, в Америке для этого есть специальное слово, называется rubbernecking. То есть, дословно это можно перевести как резиновая шея. Но это глагол, то есть, ну, нельзя это сказать одним словом. Короче говоря, что типа вытягивают шею как резиновую, вот чтобы посмотреть, голову типа вытаскивают. А вот это вот называется одним словом, глаголом rubbernecking. То есть, вернее, это rubbernecking это существительное, а to rubberneck это значит глагол, то есть вот зырить из любопытства. Вот такой интересный факт из американской жизни.